У нас было ожидание решения Федерации футбола по поводу нашего статуса в первой лиге или во второй, и оно фактически было принято только где-то в конце июня месяца. И поэтому, говоря с какими-то футболистами, которые предупреждали, что если будет первая лига, то мы как бы придем. Если вторая, как бы нам это не интересно. И когда уже была ситуация такая, что мы, к сожалению, переходим во вторую лигу, то многие ребята, на которых мы рассчитывали, они просто отказались, и в принципе, как бы где-то мы их понимаем. И вот поэтому где-то в первых числах мы начали как вторую серию поиска людей, которые помогли бы нам решить задачу, которая у нас очень сложная, вернуть команду в первую лигу. И поэтому времени, к сожалению, не было даже и полтора месяца. Но это действительно, это не отговорки. Мы работаем в этом направлении. Команда поехала на сбор. Много очень ребят было просмотрено. И есть такая истина, хороших футболистов все-таки не отпускают. Так, чтобы свободно забрать хорошего футболиста, это очень сложно. Это надо, чтобы там как-то очень серьезно повезло. Где-то, ну, не буду говорить, какие могут быть причины. Но, тем не менее, мы смотрели то, что где-то что-то, кто-то где-то остался, кто-то хотел попробовать, кто-то возьмите, посмотрите. Даже в таком ракурсе тоже происходило. И из того, что мы просмотрели, к сожалению, пока не доукомплектация у нас, как бы, тех ребят, на которых мы рассчитываем, нас всего там, ну, 13-14 человек. Вот. Ну, я думаю, в этом нет ничего, как бы, страшного. У нас до 1 сентября еще до заявка, поиск людей идет. Мы продолжаем и уверены в том, что мы все-таки найдем исполнителей, которые нам нужны под эту задачу. Ну и уже в процессе работы, уже будем, как бы, по игре, по играм, уже будем смотреть, насколько команда готова, насколько команда может решить эту задачу и насколько команда хорошо играет, чтобы прежде всего нам, конечно, важно, чтобы эта игра нравилась зрителям. Ну и, конечно, результат тоже никто не исключал. Вот, так что в этом направлении мы работаем, и вот такие, как бы, ну, проблемы или моменты, которые присутствуют, такое сейчас происходит. Но, тем не менее, к кубковой встрече команда готова. Играть мы будем. Нас интересует и результат кубковый, и результат, как бы, чемпионата Украины. Но уже покажет время, покажет игра, кто что может, кто что, на что годится.